Привет, привет. Это да, я с тобой вроде бы ограбил банк. Да, я помню, что я на вагоне костюме. Прикинь, короче, мне брат, ой, какой брат, братан рассказывал про то, что тут берут на работу. Ну, помнишь, мы вчера с тобой поработали, да? Смотри, я что, стащил? Офигеть. А ты что стащил? Что-нибудь стащил? Да, я стащил меч. Офигеть. Лук. И дофига стрел. А у меня еще кнопка есть. Ну, я тебе рассказал про нее. Смотри, как вы мне ночью кровать поставили. Охренели, блин. Я сказал, вы чего, гоните? Смотри, ну, я тогда спал. Знаешь, смотри, сейчас наш выход. И пойдем, я тебе кое-что покажу. Да, ходи. Иду. Сейчас, давай. Помнишь, нам ночью курятину подали? Да. Я смотри, ночью я немного еще побродил пока. Потому что ночью тут вообще охраны никакой. Ну, в американской этой тюряге. А ты тут... не туда. Смотри. А, ты тоже знаешь это место? Да, да, я знаю его хорошо. Да не, не это. Знаешь, какое? Там, где полицейское оборудование, прикинь. Офигеть. Вот только я именно не помню, где она. Что ты там на фок любовался? А, вот она. Идем за мной. Я зайти тебя. Так, охранник, не смотри на меня. Я за тебя. Зеленые глаза. Моноборос. Я за тебя, если что. Ой, привет. Короче, смотри, тут это. Стася, прикрывай меня. Скажи, что я еще типа заблудился ему, если что. Смотри, тут, короче, полицейский отдел, знаешь? Короче, я прямо сейчас делаю побег. Подожди, сейчас, без меня не надо. Сейчас я возьму форму, чтобы нас укрыть сейчас. Надеюсь, я все взял. Блин, я лучше пока по карману все спрячу. Да. Да. Вот что там вроде сумка какая-то есть. Угу. Тут еще лук я возьму. И... не, обычные стрелы я не буду тут брать. Смотри, я взял где-то 15. Ой, уже вечер. Сейчас на вечер. Сейчас. И смотри, три меча, которые... знаешь, сколько урон? Ну? 12.25. Охренеть. Ты хотя бы знаешь, что это меньше? Очень дать удобный. Смотри, я вот ты передо мной. Иди сюда ко мне. Угу. Тут можно, тут выход есть. Знаешь, почему это такая странная тюрьма? Там еще не работает сейчас. Надо куда-нибудь в угол спрятаться. Давай сюда. Давай. Заходи. Заходи. Сейчас, похоже, я закрою дверь, типа, ну, без паром, чтобы. Давай. Блин, я дырявлю. Давай лучше я. Все. Смотри, давай. Даю. Смотри, бери. Если на тебя нападут, срочно. Знаешь, тюрьму, смотри, еще бери вот это. Вот это. И вот это. Офигеть. Ну, сколько ты добыл? Это да. Ты понимаешь, что? Мы тут сидели всего-то 2 месяца. Я тебе все дал? Да? Так, тут охранника нет. Оденьте. Так, под охранников косим. Тихо, да. У них всегда такая... ну, у некоторых нету. Они на вечер ее иногда снимают. Но мы лучше в ней будем, типа, мы меры предосторожности. Еще возьми меч. Меч у меня. Да, в руках. Так, быстрей. Я знаю, по-моему, выход где-то недалеко есть. Смотри, если увидим, просто по-тихому вырубляй. По-моему, вон где-то там выход. Ах, они прогуливают на посту. Вот, выход. Где? Смотри, вот он. Можно перепрыгнуть этот забор. Я знаю, но лучше вот тут. Ой, там охранник. Тихо, давай лучше я лук. Вон. Сейчас этот, смотри. Так, я тоже попробую. Этот лук делает так, что... он отбрасывает. Сейчас он там... не, я криво. Давай лучше я. Попал. Ты попал? Да, он там лег. Ну, я в тир в детстве играл очень много. Тихо. Ай, блин, ай, я синоку отбил немного, но спускайся. Да. Я лучше сейчас прикопаюсь. Блин, колючие. Ты надеюсь, еще тут. Так. Ботинки защищайте. И... а, нет, фу. Все, погнали, потихо. Сейчас, смотри. Давай, покажи. Что в этом здании? Я сам туда иду, я не знаю. Блин.
Я тоже на группе. Блин, еще на английском. Это криминальная база. О, тут сундуки. А что там? АК-47. Тут, тут эти снова. Офигеть. Офигеть, их тут много. Давай тут переношу. Ух ты. Я бы взял это. Так, вот тут. Давай тут переночуем или как? Давай тут переночуем реал. Все равно, мне кажется, сюда никто заходить не будет. Стоп, смотри. Подкоп. Подкоп? Серьезно? Да. Только он, по-моему, в тюрьму видел. Стой. Он в тюрьму видел. Я там будто видел, кто-то еще пробегал. Нет, я, наверное, был. Не, давай проверим. Я на посту буду. Мало ли. Сейчас. Нам на этой, на истории рассказывали про бедрок. Это капец, да, штука. Да, если провалиться, без вещей останешься, прикинь. Офигеть. Да, стоп. Так, а тут тупик. А, вот, смотри. Тут есть еще один выход. Как, куда? На улицу. Сейчас, подожди. Нас заметили, по-моему. Я видел, там парень за мной бежал. Бежим. Куда мне? Я там ныкаюсь, Сейчас куда? По этому лабиринту беги. А куда? Я тут же. Сейчас. Я к тебе. Я по нему. Я его видел один раз. Такой похожий. О, привет, вот. Погнали. Все. Да. Давай. Ой. Мне кажется, он нас не догонит. Вроде тут там. Блин, ты нас. Оказывается, вот наш сюда. Водитель был с ФБР. Это он нас ждал. Сейчас, ладно, сюда. Сюда. Сейчас просто бежим. Мы прямо около тюрьмы. Сейчас. Теперь бежим вон там город. Да. Пару километров нам еще. Так, блин. Тут животные. Да. Ну все. Наконец свобода. Да, наконец. А ты это видел? Смотри тут. Что это? Кирилл. Смотри. Это опыт. Нет, не опыт. Тут вещи. Стоп. Смысле, похожие вещи. Стоп, что за... Что тут вещи делают? Мы реально не знаем. Стоп. У моего одного друга было все такое же. Смород. У моего друга были примерно же такие вещи. Ну я видел, как это падало. Зона истребления. Бежим отсюда. Смородно. Ходит охрана очень близко. Все, уходим. Да, уходим. Уходим. Ну, наконец-то.